Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Дэдпул 2. Отчаянный супергерой получил свои способности не сразу. Сперва ему довелось повоевать и получить от врачей смертельный диагноз. Уэйд выжил и обрел суперсилу, но характер у него еще тот. Он спасает мир все как положено, защищает хороших, обижает плохих. Но к его стилю надо привыкнуть. Шутки на грани фола, бессмысленные авантюры, рискованные решения – все это про него. Телохранитель киллера. Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа есть работа. Миссия в Майами. Накануне собственной свадьбы Бен отправляется с братом своей будущей жены, крутым полицейским Джеймсом, в Майами, чтобы схватить наркодельца.
особо опасна. Меган – спецагент международного класса. В свои 16 она владеет карате, стреляет без промаха и способна обезвредить взрослого вооруженного мужчину. Но Меган мечтает о жизни простого тинейджера с тусовками и дискотеками. И судьба предоставляет ей такую возможность, но очень скоро супердевушка понимает, что в школе бывает опаснее, чем на самой сложной спецоперации. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!